Здравствуйте, дорогие друзья! Заказал я себе самый дешевый Powerbank, который сумел отыскать на AliExpress на 20 тысяч мАч. Стоимость этого Powerbank где-то $12. 12.40, если я не ошибаюсь, я заплатил за вот эту штуковину. В комплекте вот такая коробочка была, Powerbank и зарядка или кабель для зарядки. Вот такой. Вот и все. Так, Powerbank довольно такой тяжелый. Создается впечатление, что здесь действительно есть 20 тысяч мАч. Но что я сделал? Я взял этот Powerbank, полностью его разрядил, зарядил на 100% и заряжал этим Powerbank свой телефон Xiaomi Note 3 Pro. У меня батарея на 4000 с копейками мАч. Вот эту батарею, этот телефон удалось зарядить полностью один раз, это на 100%, и второй раз наполовину. То есть полтора раза зарядить телефон удалось вот этим Powerbank на 20 тысяч мАч. Стоит ли вот этот Powerbank за 12 баксов своих денег или нет, решать вам. Ссылку оставлю под видео, смотрите, для тех, кто захочет приобрести такой же. Но вы не думайте, что если указано, например, на Powerbank 10 тысяч мАч, то такой же и выход получается. Нет, идут еще растраты. Поэтому с 10 вы можете получить где-то 6. Ну вот так, навскидку я сказал. Ну из 20 я должен был бы получить по этой схеме 12. То есть это 3 раза я должен был зарядить телефон. Ну, по моих подсчетах здесь есть где-то 10 тысяч мАч в реальности. Хоть заявлено на 20. Но и за 10 тысяч, за $12 я считаю неплохая цена. Ну, лично это для мое мнение. Ссылку оставлю под видео. Всем спасибо за просмотр. Хорошего настроения. До свидания.